Материальная вселенная пытается из каждого человека сделать не игрока, а игровую фигуру. То есть навязывать ему какую игру? Единственную игру – работа гастроном-телевизор. Но в этой игре нет интеллекта, нет интереса. Максимальное улучшение – это, как говорил Жванецкий, купить лучший телевизор. Но лучший телевизор даже не то, что позволит тебе жить лучше, он позволит тебе смотреть лучше, лучше видеть. И тоже не то, как живут другие люди, а то, как специально обученные люди имитируют какую-то другую жизнь. Специально обученные актеры показывают, как будто происходит в жизни вот это, вот это, вот это, хотя это все придумано специально, опять же, другими людьми, чтобы оставлять тебя в этом пространстве этой роли, работая астроном телевизор. И все. Вот тебе интерес, да? Интерес посмотреть, но не на то, как другие живут, а как изображают жизнь. То, что Пелевин называет, как же там, дискурс, и второе слово я забыл, но это можно у него найти.